Всем привет, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аут, а это прослушка. Объясню, почему так долго не было прослушки на альбом Mask of Prince 30. Я как-то вообще не ждал этот альбом. Он как-то нежданно-негаданно, в общем, внезапно появился, и особого интереса у меня не было. Поэтому, ну это первая причина, поэтому я как-то, ну все... Не было особого желания, в общем, прослушать. Вот, а вторая причина, это то, что я нахожусь постоянно в вейк-парке. Если не знаете, то можете прочекать. На YouTube есть видосы, в общем, веду влог. И, ну, днем обычно я туда уезжаю, и, как правило, до ночи я там тусуюсь. А как приезжаю, то у меня особого желания что-либо делать нет. Вот, поэтому в последнее время я так пропадаю. Сейчас все-таки решил взять себя в руки и уже, ну, конкретно начать снимать там прослушки, реакции, как раньше, и стараться появляться чаще у вас в YouTube. Так, ну и все, теперь давайте перейдем к прослушиванию альбома. 10 треков, альбом называется 30, 30 лет, видимо, Принцу. И совместок здесь только совместка с Dose и Hero. Неплохо. Одна, конечно, ну ладно, что поделаешь. Так, и у нас тут акустика. А, одна песня у нас в акустике и студийка. Ну, бит. Короче, ладно, давайте не будем тянуть. Я так хотел. А, у нас еще клип есть. Ну, клип я потом посмотрю, наверное. Если хотите, если это видео наберет 2000 лайков, то мы посмотрим клип, или как там говорят. Короче, ладно, поехали. Просто я так хотел, просто я так хотел, чтобы улыбнулась удача, чтобы мама стала неплохо богаче. Я разбогатею, как 50. Просто много детей, много детей, на Новый год без подарков. Бит неплох. Напоминает что-то, но... Много людей. Я давно не понимаю хип-хоп. В капюшоне поднимаю зип-лок. Я даже не знаю, что за тик-ток. Я давно не понимаю хип-хоп. Неплохо. Сделал бит-стоп. Если что-то хочешь, скажешь мне в лоб. Такое ответвление к современному хип-хопу. Они кричали 20-20 наш, но нихуя, для этого нужен стаж. Это про кого идет речь? Мне показалось же, наверное. Неплохо, неплохо. Чтобы улыбнулась удача, чтобы мама стала богаче. Ну, вряд ли там строчки адресованы к музыке 36 и конкретно 104-му. Это было бы глупо. Там, скорее всего, другая тема. Бит хорош вообще, реально качает. И переход мне понравился, круто. Нет, вообще не хотел. 30. 30 кусков на карте, 30 кусков на карте, 30 бутылок по карте, 30 бутылок по карте. Такой, как будто старый звучок. 30 кусков на карте, 30, 30, 30. Вы мне кажется, я ломбардер, раптор, как Кевин Картер. Пока хейтеры торчки, я коплю на свой чарт. Что-то зачитался в комментах, в общем, искал тему про 2020. Ладно. Так, 30, 30, 30. Все понятно, да? Что-то как-то, ну вот конкретно этот проходной. Ну, для меня лично. Понятно, что он уж о своей жизни, о своей движухе, ну и весь этот альбом будет такой текст. Но по-любому красавчик, вообще без базара. Парнишка развивается, идет вперед. Всего лишь 30, дальше больше. Так что успехов, успехов. А мы переходим к следующему треку. По ху ям.
интересно, какое будет окончание. Новый у него... Новый джингл, короче, у него появился, походу. Казахша, русский, английский, мам, по. Называют себя рэп, мы называем гусь. Запишу куплет под виски, яблочный джус. По расписанию деньги, штанга и брусь. Гитарка нравится. Или сортовые шишки тоже по. Я так за тебя рад, чё-то я промок, брат. Ладно, я пойду, надо будет еще поднять клад. Ночной норм, трючок, норм. Целый олимпийский вообще по. Казахша, русский, английский, мам, по. Норм, просто норм. Не вызывает прям бурных эмоций. Я так хотел, крутая вообще песня. Так, what's up? Go up. Hey baby, what's up? Не вернуть время назад. Секс или кокс, выбирай. Hey baby, what's up? Не вернуть время назад. Ты моя Рири, я твой Рокки, твой Эйсап, baby. В моей квартире вытворяем чудеса, baby. Ну вот второй куплет, он больше по теме, мне кажется. Продакшн хорош. Темы простенькие. По флоу и рифам, ну, по-моему, все тот же Асха. Может, и есть какие-то изменения, но незначительные, как мне кажется. Сейчас пойдет прямая бочка. Эта песня тоже должна звучать из всех утюгов, как карусель когда-то. Это для девчонок, просто для наших братьев. Пара-пара нужна фраза, ты моя. Звезды выше нас, много лишних глаз, но ты моя. Все как в первый раз. Но сама музыка такая танцевальная, как бы можно подвигаться под нее. Допустим, если бы я услышал это где-то в клубе, мне было бы не стрёмно под такое танцевать. Просто в наушниках слушать такую музыку я не могу. Именно танцевальную прямую бочку. Я 100 раз это говорил, я думаю, все знают уже. Тут феминистки должны проснуться на фразе «Ты скажешь, хватит», а он скажет «Нет». И они скажут, типа, чё, о, чёрт, чё он себе позволяет? Так, совместка, Hero, Dose, Prince, мой брат. 24/7 Неплохо. 24/7 Вчера дома, сегодня кочую в отеле. Баурсаки заточу на миру Дели. Кавасаки, Сусуки, Шлема на деле. Пиаска, Лека, я и Дос, не болей. Это неплохая тема вообще. Хоть бы Хиро на русском читал. Ничего не могу разобрать. Даже второго куплета нет. Короче, даже нигде второго куплета нету. Вот я ищу в поисковике. Походу никто еще не разобрал конкретно. Даже на Genius нету. Но вроде все нормально, короче, там. Кара-каратист, нет, но тоже есть силы. Дома заебись, блядь, укрывает сына. Не переводи кэш этому кретину. У нас в Алмате новости иначе нынче. У соседа горе, самолет упал на дом. Всю эту картину нарисую, как да Винчи. Кто-то из вас даже не догонит, он о чем? Яма. Тоже хорош. Подкупают, издают ментам. Не знаю, сейчас еще посмотрю второй трек. Ой, это куплет. Залипаю.
вступаю в ПБГ, у меня свой РПГ. Если это гонки, мы на МГ. Если это Nike, они на моей ноге. Где твои манеры и мозги, сучка? Тебе променяют как носки, сучка. Мои трехочковые броски, сучка. Что-то он отошел как будто немного от темы, или я ошибаюсь? Ну тут тоже продакшн хорош. Во втором куплете немножко показалось то, что он отошел от темы, а так вроде все даже очень хорошо. Так, краски. Краски смоет вода, брат, ты же не один. Иди бабла, бабки, адреналин. Иди домой, все раны бинтом. Попробуй их поразить сплевым хитом. Придумаю новый хит, как Джимми Нейтрон. Надо тут моросить, останься с собой. Ну черт, Джимми Нейтрон. Опять же, больше мне продакшн нравится. И это неудивительно, оказывается, Doze Strong Symphony полностью продюсировал альбом. Я сейчас пробежался, везде у нас Strong Symphony. Круто. Продакшн реально неплох. А в некоторых треках очень даже хорош. Так, суета. Еще бы тексты завезли. Ну ладно. Вот опять же круто что-то. Я не тот, может, ты не та, ты. Ну, звучок вначале был хорош. Ты не та, может, я. А развитие что-то мне особо та, пока не нравится. Не опять танцевальная тема. Та, уже не тупо прямая бочка. Тоже мимо, короче. Не буду тянуть. Ну вот мне нравится звучок там этой гитарки, потом прикольный. Сам рит особо не вкатывает. Я вот сейчас сижу, думаю, ну допустим на этом треке я бы услышал артиста лейбла музыки 36. Ну допустим Скриптонита, там 104-го того же Трувера. Или группы Скриптонит, чтобы тоже была тут. Вот интересно, ну типа... Мне почему-то кажется, то, что я бы тоже особо не принял этот трек, мне бы не вкатило, но еще важную роль играет исполнение, типа исполнение и сам текст. Вот, здесь как бы и то 50-50. Он не напряжный, но меня особо не зацепил. Вот. Это мое мнение чисто. Так, для девчонок. Послушаем тречок для девчонок акустика. Это для девчонок и просто для наших. Тоже, кстати, стронг. Даже в акустике. Ну вот, акустика мне больше заходит. Это для девчонок и просто для наших пати. Неплохо. Да, акустика однозначно круче оригинала. Перкуссии не хватает. Ну, что-нибудь такого, короче. Прикольно, прикольно. Красивое окончание альбома. Окончание песни и окончание альбома. Я думаю, тут больше всего уже ничего такого не произойдет, да. А, ну, что по альбому сказать? Неплохо, очень даже неплохо. Есть два конкретно трека, которые ну, меня вообще никак не зацепили. Это для девчонок оригинал и суета. А, ну, 30 еще тоже что-то как-то ну, особо не зацепили. Но вот эти два конкретно, суета и для девчонок оригинал, больше всего понравились. Я так хотел, мой брат и для девчонок акустика. А все остальные, ну, как-то норм. А больше всего, ну, наверное, мой брат. Чё скажете насчет так хотел?
Ну, вряд ли ведь, да, это там строчка адресована музыке 36. Это было бы глупо, потому что, ну, 2020 наш. Мне кажется, это прям... Я не знаю, конечно, надо понять, о чем говорил 104-й. Может, он тоже откуда-то это взял. Скорее всего, так и есть. А может, он просто за всех вообще казахов говорил, не только за музыку 36, а за всех казахов музыкальной индустрии. Вот. Ну, что-то, короче, я не понял вот этого. Что думаете вы? Пишите в комментариях, какие песни вам зашли больше всего. Тоже пишите в комментариях. Давайте, короче, увидимся в комментариях. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.